И в завершении нашего концерта вы услышите несколько камерных произведений. Среди них оригинальное сочинение и транскрипция. Интересно, что все три композитора, музыку которых мы сейчас с вами будем слушать, Чайковский, Равель и Бриттон, писали специальное сочинение для детей. У Чайковского это детский альбом, у Равеля и Бриттона оперы, равелевское «Дитя и волшебство» и сочинение Бриттона «Давайте создадим оперу». Композиторы также создали массу произведений в других жанрах, и сейчас для концерта мы выбрали не специально детское сочинение, но произведение, которое, я думаю, слушается великолепно как взрослыми, так и детьми. Это «Меланхолическая серенада», «Скерцо из воспоминаний о дорогом месте» и «Вальс скерцо» Петра Ильича Чайковского, «Цыганка» Мориса Равеля и «Простая симфония» Бенджамина Бриттона. Исполняет камерный оркестр «Luminis Artis», художественный руководитель Марина Шиганова, исполнитель Марина Шиганова, Любовь Тихонова, Олеся Суворкина, скрипка, Виктория Харитонова, Матвей Бурков, альт, Михаил Оленин, виолончель, Вера Докучаева, фортепиано.